Привет тебе, автолюбитель! Повестка сегодня ужасная, поэтому сегодня сухо и по делу. Просто сводка за месяц. Очень важный релиз месяца – это темная тема на всех мобильных платформах. Пользователи уже оценили изменения и массово меняют оценки на всех наших сторах. На iOS сразу несколько изменений. Появились похожие модели на карточке объявления, на форме подачи появились подсказки по заполнению, расширенное меню по лонгтапу на иконку, а еще мы научили Siri открывать AVBuy голосом. Siri, открой AVBuy. Важная информация. База объявлений перестала падать и даже немного отросла. Видим рост впервые с апреля 2021 года. Он всего 2%, но это все же рост. О чем нам это говорит? Что цены на вторичку достигли своего максимума, и база начинает накапливаться. Ситуация меняется, но сейчас все еще время продавца. Значимый чекпоинт. У нас уже 40% объявлений о продаже машин с заполненным ВИН-номером. Собрали на голосовании Маскот больше 7000 анкет на первом этапе. В каждой номинации определились 5 автомобилей-лидеров. Теперь в работу вступают эксперты, и параллельно с этим запускается профессиональное КАВИ-исследование. Подбили результаты января по выручке, перевыполнили план на 0,5%. А вот в феврале и марте нам уже будет сложнее, учитывая растущий курс и приостановку некоторых рекламных кампаний нашими партнерами в связи с повесткой. Идем год к году плюс 21%. Да, это пока итоги только одного месяца, но все же. За февраль плюс 2 новых сотрудника в команду. Женя и Аня усилили тестирование. Добро пожаловать! Продолжаем искать 2 разработчиков на бэкэнд, журналиста с техническим уклоном и сейлза на направление медийной рекламы. Вакансии вы знаете где. По итогам месяца наши статьи и новости получили 4,7 миллиона прочтений. И для короткого февраля это нормально. Самым популярным некоммерческим текстом стал материал про машины в Малиновке. А с самой популярной коммерческой статьей становится спецпроект про продажу БУ машин от Atlanta M с пробегом. Самым просматриваемым видео на YouTube-канале, выпущенном в феврале, стало интервью с Паном Усиляном. Там уже 215 тысяч просмотров. А на ТикТоке кусок из того же видео тоже показывает уверенные 300 тысяч. Такой вот выпуск. Всей команде спасибо за то, что не опускаете руки, когда вокруг такая жесть. Ну а ты береги себя. Всем мира.